Редакция Десна ТВ зарегистрирована как средство массовой информации в 1997 году. Учредители редакции – общество с ограниченной ответственностью, телерадиовещательная компания Десна ТВ. Телеканал Десна ТВ выходит в сети межгосударственной телекомпании «Мир». Объем вещания программ собственного производства – 35 часов в неделю. Цели редакции Десна ТВ. Основными целями деятельности редакции Десна ТВ как средства массовой информации являются: информирование населения обо всех значимых событиях в нашем городе и Смоленском регионе с целью воспитания патриотического отношения к своей малой родине, формирование у населения города положительного отношения к общественной и политической жизни Десногорска, формирование общественного мнения о взаимодействии администрации муниципального образования город Десногорск, Десногорского городского совета, общественной организации Совет руководителей предприятий города в области экономического развития Десногорска, создание атмосферы социальной стабильности и экологического благополучия жителей города. Информирование жителей города Десногорска и Росольского района с целью формирования положительного отношения к деятельности Смоленской атомной электростанции, концерна «Росэнергоатом» и атомной энергетики России в целом, и о перспективах строительства САЭС-2 для развития атомной энергетики в Смоленской области. Информирование населения о деятельности правоохранительных органов, службы дорожной инспекции, управления по чрезвычайным ситуациям с целью предотвращения нарушений правопорядка, дорожно-транспортных происшествий, случаев возникновения чрезвычайных ситуаций на производстве и в быту. Формирование у молодежи и подростков правильного отношения к здоровому образу жизни и негативного к вредным привычкам. Формирование у населения правильного отношения к историческому наследию города Десногорск, Смоленской области и России, православным христианским святыням. Программа редакции Десна ТВ. Для достижения основных целей и поставленных задач для редакции Десна ТВ как средства массовой информации предприняты следующие шаги. Разработан единый фирменный стиль телеканала Десна ТВ. Для обеспечения более полного информирования населения о работе Смоленской АЭС, депутатов Смоленской областной думы, администрации муниципального образования город Десногорск, горсовета, совета руководителей предприятий, общественных организаций, учреждений культуры и спорта модернизирован и переоборудован павильон студии для организации передач в прямом эфире. Контакт, прямой разговор, чтобы обеспечить непосредственный контакт телезрителей и гостей в студии. Разработан цикл передач «Правопорядок» для взаимодействия с сотрудниками ОМВД России по городу Десногорску, ГИБДД, управления ГУИЧС с целью поддержания общественного порядка, выявления неблагоприятных мест для пребывания детей и подростков, для пресечения распития спиртных напитков в общественных местах, продажи сигарет и алкогольной продукции несовершеннолетним, нарушения правил благоустройства территории города в рамках программы «Десногорск. Безопасный город». Разработан цикл передач «Очерки, фильмы, портреты», репортажи с мест событий, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, участникам боевых действий в горячих точках. Рабочие названия «Афганистан болит в моей душе», «Их скромный подвиг чтит Россия», «Лица победы» и так далее. Для популяризации ветеранских организаций, поискового движения и воспитания патриотического отношения среди подрастающего поколения. Разработан цикл христианских православных просветительских передач «Благовест» для освещения значимых событий Российской Патриархальной Церкви, образовательных проповедей, создания очерков о православии, славных канонизированных святых, о святых местах Смоленского региона и святых источниках близ Десногорска. Разработан цикл передач без комментариев для более подробного освещения значимых событий общественной, культурной и спортивной жизни Десногорска. Разработан проект «Время героя. Очерки, фильмы, портреты», посвященные людям, которые внесли определенный вклад в развитие нашего города, Смоленской области или России. Для расширения инструментов и достижения целей редакции Десна ТВ необходимо предпринять следующие шаги. Изменить формат информационных передач. Разработать программу «Десногорск спортивный» для популяризации здорового образа жизни среди взрослых и детей. Разработать проект «Десногорск. Город будущего». В рамках этого проекта создать цикл передач «Доска почета» для освещения традиции присвоения звания «Почетный гражданин города Десногорск». В рамках этого проекта будут созданы очерки о почетных гражданах нашего города, чьи портреты размещены на Аллее Славы на площади перед администрацией. Разработать цикл публицистических передач «Памятные места родного города» об исторических местах, памятниках и достопримечательностях Десногорска. Разработать программу «Чужого горя не бывает» в поддержку федеральной программы органа опеки и попечительства Комитета образования муниципального образования город Десногорск и Центра реабилитации «Солнышко» по защите прав детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, помощи в поиске опекунов или приемных родителей. Разработать проект телепередач «Выход в город» для воспитания у горожан чувства ответственности за внешний облик Десногорска, стремление поддержать порядок в своем подъезде, дворе, на улицах, в общественных местах.
Задачи редакции Десна ТВ. Для реализации основных целей деятельности редакции Десна ТВ как средства массовой информации необходимо решать следующие задачи. Регулярно освещать работу Смоленской атомной электростанции в области повышения безопасности производства электроэнергии, социальной стабильности коллектива, экологического благополучия города Десногорск и 30-километровой зоны наблюдения. Постоянно на канале Десна ТВ вести информационно-пропагандистскую и просветительскую работу среди населения города для снижения уровня радиофобии. Информирование жителей города Десногорск и Россольского района о перспективах строительства САЭС-2 для развития атомной энергетики в Смоленской области. Информирование населения об основных направлениях инновационной политики концерна «Росэнергоатом» Смоленской АЭС в области повышения безопасности работы энергетических объектов, профессионального уровня персонала и профессиональной ориентации молодежи. Для формирования общественного мнения необходимо регулярно информировать жителей города о деятельности администрации муниципальное образование город Десногорск, Десногорского городского совета, общественной организации Совет руководителей предприятий города в области экономического развития Десногорска для создания атмосферы социальной стабильности и экологического благополучия жителей города, обеспечения условий для исследования общественного мнения и организации обратной связи через опросы, анкетирование, фокус-группы, использовать возможности горячей линии и народного контроля, выявлять проблемные объекты социальной напряженности в городе для поиска путей решения и устранения последствий, постоянно отслеживать тенденции развития инфраструктуры города для популяризации и реализации экономических и социальных программ развития города Десногорск. Популяризация экономической привлекательности Десногорска и Смоленской области как перспективного энергодостаточного региона для дальнейшего развития объектов промышленности, туризма и бизнеса.